продаже в автосалоне столицы появился автомобиль Hyundai Solaris. Год выпуска 2012. Автомобиль у нас в красивых литых дисках, на хорошей летней резине. В комплектацию автомобиля входит полный электростеклопакет, мультируль с управлением аудиосистемой, пятиступенчатая механическая коробка передач, обогревы зеркал, сидений, кондиционер, обогрев зоны покоя дворников. У автомобиля нет никаких ошибок, мотор работает ровно. Расход топлива составляет 6,5 литров, что я считаю очень хорошим показателем для автомобиля B-класса. Данный автомобиль находится по адресу Песочная, 48, в автосалоне столица. Автомобиль можно приобрести в автокредит.